Дунд, ему 5 лет. У него, на него наехала машина была, задние лапки у него не работали, у него стоят металлические конструкции в задних лапках, делали очень тяжелую операцию ему. Вот. Ну и попутно, соответственно, другие заболевания. Ну, сейчас уже все хорошо, слава богу. Хороший кот такой, тоже добрый. Единственное, что ему нельзя прыгать. Нельзя прыгать, потому что лапы все-таки дают о себе знать. А, ну, а так он, когда приехал, он плохо очень ходил. Но сейчас, может быть, из-за того, что ступеньки, как-то он по ступенькам развивается, бегает. Может, то, что со всеми он играет очень хорошо, с Ерошкой тоже очень, с Гладиславом они вообще как братья. Хотя бы они и спят вместе, и есть могут с одной тарелки, хотя две ставишь, они могут с одной есть тарелки. Да? Хороший мальчишка тоже такой же. Ну, хороший, ничего не могу сказать. Добрый, может помурлыкать на ухо тебе. Может это, ну, в общем, спит. Ну, они в основном все спят с нами там. Ну, не мы вместе там спим в постели. Только кто на голове, кто в ногах, кто сбоку. Да, кто как. Даже жарко было. Спали все, вот я на кровати, а они все вот так на полу. Так вот полукругом спали.